сам шнурует коньки своей партнерше. Она такая худенькая, говорит Леша, пока оденется, все силы уйдут, а нам же еще и кататься. Любишь кататься, люби и коньки шнуровать. Олеся, 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 так птицы кричат, так птицы кричат. Я не восхищена нами, вот, потому что я хотела, чтобы эта Олеся еще ярче прозвучала. Ну, как Бог дал. Главное, что мы передали образы актерские нашего номера, так как мы хотели. За партнершу больше волновался, конечно, во втором номере, потому что он был лирический. А лирический номер всегда вдвойне сложнее делать, когда один из фигуристов не совсем фигурист. Хоп, 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 тройка, тройка, ду, ду, ду. Раз, два, раз, раз, два. Ну, почти как ты. Класс, класс, класс. Я поняла какие-то вещи, которые Леша делает, не задумываясь, потому что он фигурист. И я какие-то акцентики попросила его сделать, он мне сказал, ты права, молодец, что ты обратил на это внимание. А двумя руками сразу нельзя это сделать? Прыгнула, оттолкнула. И как-то вот мы хорошо сделали, что я так вот вниз как-то шла. Я почувствовала своего партнера на все 100. И даже научилась, как это неплохо будет сказано, управлять им. А он мной, на льду. То есть я уже не церемонюсь, я чего-то требую. Времени мало, и как бы мы отлично понимаем друг друга. Видишь, хорошо поработала. Хорошего кофе. Кофе тебе принес. Да. Бархатный сезон и танцы. На льду пара номер 9. Актриса Наталья Антонова и олимпийский чемпион Алексей Юрманов. Красавица. Вообще. Как ты себя чувствуешь? Что тебе ближе? Роли лирические или вот таких вот роковых дам? Ой, ближе роковых, только что-то не получилось ничего, по-моему. Времени было мало, куражу не хватило. Испугалась? Испугалась. Холодно. Честно, испугалась. А чего? Леша Урманова. Нет. А он тебя? Ритму музыки испугалась. Ритм испугалась музыки. Не успеть сделать нужные и важные движения. Вот и все. Вот и все. Это честно. Ну, на самом деле, надо сказать о том, что Наташа вчера упала очень сильно. И она, конечно, из-за этого еще немножко зажалась. И, если честно, на репетиции у нас вообще ничего не получалось. Сейчас у нас блестяще получилось. Да я вам точно говорю. Вот. Молодец. Смотри повтор. Песню Queen of the Night.
Из известного фильма «Телохранитель» выбрали в качестве музыкального сопровождения Наталья Антонова и Алексей Урманов. «Королева ночи» и ее «Телохранитель». Посмотрите, какие великолепные совместные поддержки демонстрирует Алексей Урманов, который был чемпионом Олимпиады в Лиллехаммере в одиночном катании. И вот заход во вращение с крутой дуги. Пытаются спортсмены сблизиться, и получается. Вращение на одной ноге в пируэте. И вот посмотрим, сейчас фигуристы идут на заключительную поддержку. Это будет очень сложный элемент. Посмотрите, пожалуйста, вращение в объятиях партнера. А вот эта поддержка называется галстук. Ведь какая трудная судьба у партнера. Всегда кто-то висит у него на шее. Итак, смотрим и ждем оценки наших арбитров. Творчески обыгрывает ситуацию заключительную Алексей Урманов. Итак, Игорь Бобрин. 4-0. Ирина Моисеева. 4-0. Николай Цискоридзе. 4-5. Андрей Миненков. 4-0. Елена Чайковская. 4-5. Общий итог 21 балл ровно. Ирина Моисеева. Да? Ваши ощущения, ваши замечания. Вы знаете, мне даже как-то обидно очень говорить. Вот. Мне номер не понравился, не поняли музыки, не вжились, не донесли как бы до зрителей ничего, не было никаких эмоций. Хотя самое, что интересное, были интересные поддержки, да, но когда изнутри ничего не идет... Все-таки виной всему Наталья, потому что она как-то не завелась внутренне. Вот мне показалось, что как-то тебе все равно, что ты сейчас сделала. Но ты прокомментируй, это так? Мне не все равно. Я все равно не буду сейчас плакать и показывать вам свои чувства. Я корю себя за то, что случилось. Это моя вина, что я упала вчера. Но мне нечего сказать вам просто сейчас. Дорогие зрители, давайте поддержим эту пару. 8-803-333-50-09-09 отправляем на номер 6-0-6-0. Наталья и Алексей.